Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройство Nokia 8.3 5G вставить карту памяти и SIM-карту. Для этого нам понадобится подобного рода устройство, чтобы достать слот под SIM-карту и карту памяти, которая у нас расположена здесь. Что мы делаем? Вставляем устройство в дырку возле слота. Слот выскакивает. Достаем его. И сюда по форме вставляем карту памяти. И сюда возле нее вставляем SIM-карту. И затем в том же виде вставляем обратно в телефон. Как видите, у меня требует пин-код от SIM-карты, чтобы разблокировать телефон, что является подтверждением тому, что SIM-карта читается. И также появилось уведомление «Обнаружена SIM-карта», что является подтверждением тому, в смысле карта памяти, подтверждением тому, что карта памяти читается тоже. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.